Хорошо. Вальтер Баффет, кулаки из палов. Гуанту сказки. Всем здрасте. Здрасте. Привет, сладкий. Это что было? Такой. Мимо пока командира. Отведи. Миссы. Котлас, отведи командира, миссы.
Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Нужно подойти поближе. Он рыбу поставил торбу. Слишком далеко. Максимум.
кстати. Что-то не смешно ни капельки. Человеку не держание. Я вот трэш. Двое сильнее страдали. Болтар не оставляет живых. Выбегайте просто. Замена. Так это не я говорил. А, то типа Венсу, да-да-да. Да не, все норм. Бах, капец.
Да изя будет. Жадный. Рыбешка есть? Сложный был. Да. Чтобы не отлететь, я там стоял. Я обычно всегда на месте ее танчил, вообще без проблем. Это же логично. Вы что? Это могло произойти. Так уже раз открыли проход к ним. Thank you.
база выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Лови. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Ну, пару секунд мне бы не помешало. Рыбку надо, да. Да. Все нормально будет. Thank you.
Ой, чулан, чулан же ж не даст БР во тьме. Они ж на свет все выплевываются, кто умирает. Я уже написал, что я даю жопки котят. Все норм. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Дайте турбо салю. Всё. Блять, пускай этот пацан оденет нормальный манускрипт ДДшный нахуй, какую-нибудь треню типа выбора. И тогда у него будет акро. Блять, всегда у меня было акро, елки-палки. Паладины. Паладины набирают так ДПС. Да, я тут. Да я знаю, блять. Я с медвеем. Я пока с медвеем, блять, говорил, я проебал дракулому. Да не, нормально все будет. Я просто, я говорю, лоп, смотрю. Да ровно же он стоял, там нормально было все с пулом. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Встань маленько левее себе.
этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Владин, я тебя умоляю, пожалуйста, блядь, возьми 245-й, блядь, манускрипт на Редвика один и выбор какой-нибудь. Да при чем здесь манускрипт на Редвика? Он да, при том, потому что... Ребята, я, конечно, понимаю, да, танк должен держать агро и все дела, но и в прямую обязанность ДДшника тоже контролировать свой уровень угрозы. Вы как маленькие дети, серьезно. Какие группы еще раз куда идут? На диспел тогда назначь кого-то другого. Да, я уже гружу. Знаешь, ни разу не танчу. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Invasion, блин, как мне это нравится.
Я же говорил, может потому что его эвэдит, поэтому он такую фигню делает. Но мы же не проверяем, видишь, хз. Клонов. Яру не. А у меня один FPS. Что за диспел? Краш. Клон. Клонус. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Хвосте. Хвосте выходит. Перебежали свет, перебежали выходит. Я лег. Прикол, потому что надо с лужи выходить, братан. Я... А что за лужа такая у нас? От метеорита, блять. Я продеспал. Светов. Есть. Есть. Могу за ДК зайти. Я шел как ДД. Нужен ДД, ДД нужен. А вон микстурка, чё, не потанчит? Ой, давай я в хилась. Я... А я же был уже хулипалом в РСке одной, свет хилил. ДК могу подамажить. Да. В смысле, так я уже у компа, не? Thank you.
все понял. Грязный хули. Да чё обсирается, он в луже встал и все, и стоит и дохнет. Ну чё тут сделать-то? Я, даже я его не отхилю, понимаешь? Ид. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Я рыбу не забыл. Ребят, магам МП5 дайте, а не кулак. Биванту сказку. Блять, я не спешился из ПВП. Тема, ну иди из-под босса, пожалуйста. Зависит, скорее всего. А, да. Небеса в огне. Герку. Рор выбил. Смотрим внимательно. Стало. Салют, пацан. Кто-то души вынесите, блять, во тьме. Санвер. Свет, нормально продолжать. Свет, совух, продиспельте. Спасибо.
Короче, как все было, метеорит во мне, я перебегаю, получается, по центру лужу кто-то разлил, пробегаю через лужу эту, блядь, и дохну. Да там материальность 90%, братан, ты там дамаг бешеный. Да здесь сделал невнимательно. После того, как инвиз юзаешь и входишь во тьму, после этого не показывает агрон 0. Мы же в прошлый раз уже проходили. Экзорцизм. Ломите, Алла. Баламут, у тебя же диспел прокачан, правильно? Этот мир вот-вот соскользнет. Почему ты не диспелил с Лока? Я еще выйти не успел. Первый метод продиспелить хотя бы. Ну вот, у нас там колумбики. Ты один наверху, если что, диспель меточку. Пока если кто-то там не вышел, кто должен диспелить, метка будет тоже на тебе, если... Мне не играет, надо ставить следовать. Куда уходишь? Воржи. Так фан этот армис его располы поддерживает. Заходим. Геро. Вот это поворот. Геро.
Бэтмен, Холивит, Бузер, они прям под мордой встают, и когда лучи подходят и ловят дома. Да. Что-то не так. Перебежали. Перебегаем. Свет. Хронос опять выносит. Что? Да-да-да, все зашибись. Бей. Вор. Умрет. Перебежали. А, кстати, минус турбо. Самир, куда в эту пошку ты бежишь? Дыханием убьет. Уже убил. Ребят, бегите за хвост, они в голову, ну шо такие? Во, бэрить. Свет, стоп! Свет, стоп! Я не могу найти его. Прибежали. А, нашел. Реснул. Дайте ему баф. Да. Свет, стоп, свет, стоп. Боузер вынес, Боузер вынес во тьме. Мили, Боузер, убей. Перебегаем. Нормально. Свет чуть стоп. Клонус вынес. Рор выбежал. Рор выбежал. Перебегайте, перебегайте. Рор, не подбегай от метеора сейчас. Биванс. Не выбегай уже, плохо, стой. Блять, я завис. Меня выкинуло. Ой, опять говно упало. Господи, за что мне это? Где моя спина? За что? Почему спина не упала? А что за наручи? Ткани не были, на РДД. Клонус. Я сапоги ролить буду. Я вообще на месте этого пристань не вымахал. Не-не-не-не, я как это там, ну ты понял.
Я еще. Да, мне Валь... надо. Вальтеру тоже надо. Это вот за через сколько? Блин. Ты мне пати дашь? Буквально 5 минут надо отойти.